ее образование, нашу армию. Армия – это наш народ. Чем сильнее армия, тем сильнее государство. И не зря записано, что защита Отечества есть священный долг каждого гражданина. Значит, каждый гражданин, независимо от пола, возраста, призывного, обязан с честью и достоинством защищать свое отечество во все времена существования государства. Поэтому решите мне от имени ветерана Великой Отечественной войны еще раз поздравить вас с этой знаменательной датой, Днем защитника Отечества. Всех благ, здоровья всем, кто сегодня служит, кто охраняет границы, а это и пограничники, и таможники, и внутренние войска, то есть все, кто находится на защите нашего Отечества сегодня. Те, кто находится в запасе, кто находится в отставке, им и их семьям крепкого здоровья и, как здесь говорилось, чистого, светлого, голубого неба над головой. Честь тебе!